Ну что ж, всем привет, с вами снова я, The Baviter, мы сейчас играем Hard Racer Simulator. Да, что мы будем делать? А, у нас сотрудник есть. Кстати, а где он? Ежедневная 5 часов, ага. Сколько у нас денег? 1200. 1200, запись клиентов. Ай, подожди, салоны. Сколько нам нужно на новый салон? А, так я его купил. Да? Посмотрите. Так нету. Я его не купил. А почему приобретено, пишет? Это вот этот приобретено. Ага. Хепмит. Yeah. 2200 нужно, короче. Ну, поехали. Берем клиентов. Делаем 2200. Так, это ее Марта занимается, да? Ты как? Она одного клиента только берет или что? Да, блин, почему она уже каждую? Полтора часа. Ага. Текс. Что мы там добили время? Не еще. Ну давай здесь денег побольше будет. Вот это, да? Еще одну. А, мы не найдем, да, для нее время. А для вот этой найдем время? Ну да. Да все, поехали. Деньги сами себя не заработают, правильно? Правильно. 10:30, ну давай уже. Убрите пылесосом все волосы. Так ты насрал, убирай давай. А мне обязательно вот так вот? Слушай, а зачем мы ставили ему стула, если он наши стулы забрал? Ну, типа, это норма, да? Ладно. Так, подожди, нам вот это нужно. Ага. Ё-моё, с твоими волосами женщина. Так, окей. Еще немножко вот здесь. Вот так, вот так, вот так, давай. Готово смыть шампунчик. Так, высушить волосы. То я нужно туда перекинуть. Ага. Ну, 2%. 2%. 1%. Готово. Причесать нужно. Выпрямить нужно.
Готово. Это же все? О, смотрите, к ней работу закончу с клиентом. Уберите пылесосом всего. Почему я должен этим заниматься? Скажите мне, пожалуйста. Он что, сука, не может убрать волосы свои? Он там причесочки делает, а я должен вот это убирать. Нормально вообще? Где мой клиент, нахуй? Он моего клиента забрал. Так, а тебе что нужно сделать? Причесать нужно. Женщину. Женщина, причесать вас? Так, окей. Окей. И все, да? Сейчас причешем ее и все. И на этом... Да, блядь. Вообще волосы. И ничего не поменялось, я все равно выбрал не то, что нужно было. Так, выпрямить. Вот это, вот это. Выбор группы. Да, блядь, какой выбор группы? Давай вот это вот так. Ага. Так, готово. Опять я убираю волосы. Я не понимаю, ей шоколадку нужно дать или что? Он делает, кстати, прически уже. Вот в чем прикол. Он делает прически, а я занимаюсь хуйней какой-то. Нормально вообще? Ну это ж, ну... Ну вообще. Здесь никто в хуй не ставит. Опять как-то мышка вот так ты ведешь, оно... Как-то, короче, сыроватая игра. А, смочить нужно. Окей, там еще, кстати, какие-то маски можно будет делать, походу, для волос. Или, короче, что такое? Что-то такое. Ну, 1400 уже есть. Уже хорошо. Да все, красивое, красивое, наверное. Давай.
какой смысл в этом? Закончить работу, что я... Что, я по хупам водить буду или что? Просто очень странный момент, блин. Типа, чтобы больше заработать, закончить работу с клиентом. Ты вот, делаешь все. Escape нажимаешь, все. Она пошла себе. Потому что уже закончила. Ну, что ты стесняешься? Давай заходи. Женщина. Так, тоже смочить нужно. Женщина пришла помыть волосы чисто. Да здесь что-то все прям так приходят. Там нужно обучение проходить, чтобы прически делать. Нужен, походу, второй уровень магазина. Ой, то есть парикмахерская. Парикмахерская нужен второй уровень. Или что-то типа подобное. Поэтому мы занимаемся все этой херней, блядь. Я что-то не вижу, что полный этот. Я помню, что-то получал. Или в конце дня рабочего. А что они так медленно сушатся с зимой? Окей. Бля, какая хуйня с волосами происходит. Прям мучает что-то, их как она ёбит. Как она ёбит, прям пиздец, блядь. Да все нормально, ёпты. Ускорим выход клиента. Давай ускорим. Ну, разницы нету. Она так пойдет или как-то по-другому? Разница какая, блин. Так, сразу выпрямить волосы нужно. Интересно, что там за клиенты будут, которых придется еще просить уходить. А давай. Смотри, чуди там, чуди там. Что ты там чудишь, ё-моё? Чисто тупо причесать.
Все? А еще выпрямить нужно. Ну давай, давай. Женщина, валите уже. Валите давай уже. Доступен новый курс. У нас новый курс доступен. Он может проходить, если... Короче, не в это время. Не во время работы. Ну, а, во, пришла. Причесать волосы нужно. Давай. Давай. Сейчас причешем машинкой. Она такая, она еще сидит охуевшая, да? Сидела бы такая, ёб твою мать, пришла немножко волосы подровнять, а меня на лысо побрили. Выпрямить нужно еще. Еще выпрямить. Завоевать популярность. Будем говорить мы с тобой? Говорить будем с тобой, не? Ну давай. О, какая, давай, вставай. Давай, давай. Пошла, 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 пошла по делам. Вот ё-моё, какие волосы, я сомневался, что здесь уже работать. Наконец-то ты зашла, ё-моё. Я думал, вы никогда не зайдете, ё-моё. Поехала. В общем, наверное, я тоже эту игру, наверное, кину ее в последний, наверное, ролик. Наверное, мы последний раз в нее играем. Потому что начало было хорошее, а вот что дальше мне не нравится. А в конце вообще там баги будут. Там еще больше багов, точнее, будет. Поэтому я не вижу смысла в него дальше продолжать играть, там что-то проходить и так далее. Ну, сколько там? 3 локации, наверное, и все. Можно будет сейчас добраться хотя бы до причесок, посмотреть и, в принципе, закончить на этом. А так, все то же самое все равно. Посмотрели, в принципе, и хватит. Лично мне хватит. Не, ну, мне она больше понравилась, чем, допустим, Taxi Life. Taxi Life. Что такое, блядь? Что здесь не понравилось? Пошла нахуй. Давай, улепетывай. Что-то ей не понравилось, не понял. Делал все то же самое, не? Или я не высушил волосы, слушай. Это вроде что высушил. Ой, да кого это ебет, слушай. Окей.
Ёлы-палы. Ну, тебе ничего не поможет, извините, пожалуйста. Ну вот и все. Что ей не понравилось, блядь? Вроде же то же самое делал, не? Эх, хз. Так. О, денежки посчитал, красавчик, красавчик. Бумажник, а зачем он? А, продать предметы, тряпочку. Чистить окно. Да, хочу закончить день. 1100 прибыль. Отлично. 2300 у нас есть. Можем тогда покупать, наверное, салончик. А здесь, я так понял, продавали мясо. Happy Meat. Счастливое мясо. Как бы это странно не звучало. Так где, блин, мусорка? Достаньте кошелек, давай продадим. Ну, здесь хоть посветлее, слушай. Поприятнее как-то. Огурчики еще были, да? Так, вроде все продали. Нужно выбрать. Себе потолок здесь. Охренеть. Серьезно? Не верится мне, что здесь мясо продавали. Да, блять, выкинься ты нахуй. Алло, ебать. Зачем вы это сделали, блин? Вот эту механику, если оно работает криво, блядь. Это всего лишь 3 раза будем делать. Зачем, блин? Раз, там праздить будни, да?
И? А, то есть мышки нужно было нажимать, я забыл. Ага, еще где-то. Так, подмести пол нужно. Кубка мебели. Да подождите, дайте мне. Серый потолок, да нет, не нужно. Зеленый прямоугольный, коричневый прямоугольный. Это стены у нас. Давай белые, наверное, да? Ну, ебать, как светло-то стало здесь. Нифига себе. Вот так меняется оно. Так. А потом дерево какое-то. Березку давай обыкновенную. Обыкновенную березку. Ты смотри, как светло-то. Охренеть. Угу. Так, а что еще мы там можем? Кастомизация, плитку можем еще. Потолок. Это у нас потолок будет. Там еще куча всяких вариантов, кстати. Белый атлас. Если бы можно было посмотреть, как оно смотрится. 31 тысячу эксклюзивный. А это что, типа базовый? Ну, обычно. Обычный интерьер, что ли? Есть предварительный осмотр. Че, прикольно смотрелось бы. Но нам на это нужно 10к. 10 тысяч, чтобы сделать, блин. Давай за соточку, да, какие-то. Давай за 160, вот такие вот. Потом. Диванчику такой, хоп-хоп-хоп, что-то там. Готово. Так, это что? Для чего это? Гамак? Так, зеркало. А чё, а, под, это ж подвесной, правильно? Ну да. Прикольно, можем украшения добавлять. Дальше два вот таких нужно еще. Давай вот этот.
Так, это мы вот... Блять, вот здесь не сделал. Вот сюда где-то давай поставим. Так, эти вот будут с этой стороны. Ага. Еще один, да? Угу. И вот здесь. Так, это у нас парикмахерское кресло вроде бы. Вроде бы как. Не очень он смотрится. Вообще не очень прям. Так, ну что, что нам еще добавить? Вроде бы можно уже все, да? Открываться, типа. Давай курсы посмотрим. Завивание волос. Чтоб они завивали аж. Подойди к креслу, нажмите обслуживание клиента. Подошел. Алло, блядь. Какое мне нужно кресло из трех выбрать? Скажите, пожалуйста. Женщина, можно я? Ничего сделать нельзя, прикинь. Я не могу ничего сделать. Серьезно? Да не появляется ничего, блядь. Да не появляется ничего, нахуй. Я навел мышку на это гребаное кресло, но сюда же нужно сесть, а ёб твою мать. Ладно, мы даже курсы не пройдем, походу. Ну пиздец, ну и пиздец. Чего нахуй? Давай еще раз попробуем. Угу. В смысле, а мы так салон не купили, что ли? Оно не сохранило, что мы купили салон? Ладно, давайте на этом. На этом мы закончим с этой игрой вообще. Огорчило меня то, что баг настолько быстро пришел. Не хочу я этим заниматься уже. Интересно просто. На этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Збоевитр. Всем пока-пока.